Курмагазы Сагырбаев, внесший огромный вклад в музыкальное искусство народа. Одна из вершин творчества композитора является Кюй Таремурат. Этот кюй требует от исполнителя особых навыков и техники игры на инструменте. История также важна для передачи музыкальной мысли до слушателя. Курмагазы посвящает кюй Батыру Таремурату, который достойно сражался в битве. Наряду с интонациями, передающими топот лошадей, визг летящей стрелы, композитор передает и интонации радости, торжество победы, чем и заканчивается кюй. В исполнении Асели Сейджановны, скрипачки из Казахстана, проживающей в Украине, прозвучит кюй «Таремурат» в переложении композитора Усенова для скрипки. Харьковское городское национальное общественное объединение казахов «Бирлик». Сейджанова Асель.